В ближайших населенных пунктах округа могут появиться зимние дороги. Сегодня об этом на расширенной планерке сообщил Игорь Кошин. Эта мера позволит улучшить транспортное сообщение с поселениями округа в зимний период. Федеральный зимник на Харуту протяженностью 24 километра в очередной раз будет содержать компания «Роснефть Северная нефть». Еще один зимник от Харуты ведет до реки Адьвы. Но кто построит почти 28 километров зимней дороги, в этом году пока неизвестно. Администрация Заполярного района будет вести переговоры с соседней республикой. А вот жители Харивера в этом году лишаются полноценного зимника. Компания «Русвет Петра» отказалась содержать дорогу, проходящую вблизи населенного пункта. Теперь ближайшая от Харивера трасса будет находиться в 40 километрах от поселения. Губернатор распорядился управлению строительства из ЖКХ рассмотреть варианты оснащения зимних дорог до ближайших поселков. Смотрите, может быть, мы в этом году сможем сделать зимники, по крайней мере, до наших ближайших населенных пунктов. Хорошо? То есть нужно понять, во что они нам обойдутся. Вот, поговорить с потенциальными строителями, и, попробуем найти механизмы, как нам в этом году, по крайней мере, начать этот процесс.